Приветствую всех любителей кино, всевозможных коллекционных изданий. Сегодня у нас такой краткий, небольшой обзор стилбука «Ультрафиолет». Такой вот английский стилбук с Милой Йовович, как несложно догадаться, который мы видим на переднем арте стилбука. Вот такой вот английский стилбук от компании Sony, Sony Columbia. Здесь у нас также видим всю тоже названную мною уже артистку, всем нам хорошо известную. Ну, довольно-таки такой забавный фильм. Именно так бы я про него все-таки сказал. Такая фантастика, в необычном стиле сделанная. Но если вы никогда не смотрели, я все-таки советовал бы хоть разочек посмотреть этот фильм, чтобы иметь хотя бы представление о нем. Ну, так вот стилбук выглядит внутри. В принципе, стилбук относительно простым бы я бы назвал. Просто потому, что он не давленый там никакой, да, ничего такого там особо там не лаком, никак там супер-пупер, никто там в нем не поигрался. Ну, он вроде бы достаточно простой, но он и недорогой был, в общем-то. Вот, давайте посмотрим, как вот снаружи выглядит. Видите, да, то есть он, в общем-то, просто такой матовый стилбук, но такой достаточно просто ровненько, качественно сделанный. Все равно, то есть, все аккуратно, ничего особо придраться не к чему, но без изысков. Вот такой стилбук. Значит, что еще хочется сказать про этот фильм? Значит, этот стилбук без русского языка, то есть на этом диске русского языка нет. Ну, нет его потому, что, в принципе, еще и не может быть его, потому что, к сожалению, в мире не выходил этот фильм с русским языком вообще. Вот, то есть этот фильм, единственное, что выходил на DVD с российской дорожкой, да, с русской. Вот, и если, то есть, в принципе, надо посмотреть этот фильм, это надо либо брать DVD, ну, либо уже какие-то там другие сервисы использовать для того, чтобы, ну, этот фильм либо скачать, либо посмотреть, либо еще что-то делать, это уж кто как привык. Вот, то есть это издание, оно, ну, только исключительно для того, кто хочет... Ну, иметь в коллекции, да, именно стилбук по этому фильму, или кто может посмотреть там, ну, обойтись без российской дорожки, воспользоваться английской дорожкой, например, да, ну, тогда, естественно, этот стилбук подходит. Вот, ну, то есть, это вот маленький минус, что не существует вообще в мире этого фильма с русским языком. Может быть, когда-нибудь там и выпустят, не знаю, но на данный момент не существует, и ничего с этим поделать нельзя. Так что, либо DVD, либо какие-то сервисы сторонние там, ну, либо вот английский язык в помощь. Ну, в общем-то, вот такой стилбук к фильму «Ультрафиолет» выходил в Англии. Такой краткий обзор. Ну, наверное, на этом все. Если вам интересна эта тема, интересны коллекционные издания всевозможные, да, российские, зарубежные, с русским, без русского. Вот здесь на все это буду рассказывать, показывать. Если вам это интересно, смотрите мои видео, подписывайтесь. Вот, и всегда будет что-то интересное. Ну, на этом все. Всем пока!